Ребята, привет! В пятницу, 5 мая, я планирую провести, наконец-то, прямой эфир. Значит, темы вы можете мне писать в комментариях. Можно, в принципе, любые вопросы, ну, около нашей тематики, да, сыроедения, оздоровления, там, какие-то там еще штуки-дрюки. Вот, значит, уже поступили просьбы осветить тему, возможно ли сыроедение на, ну, долгосрочной основе, то есть на всю жизнь, и как осуществить переход с веганства на сыроедение. Повторюсь, вы в комментариях можете писать абсолютно любые темы, предлагать и задавать вопросы как по озвученным темам, так и, в принципе, что вас интересует. Эфир, скорее всего, будет проводиться здесь, на Ютубе. Единственное, у меня что-то Ютуб сейчас какие-то технические выдает неполадки при запуске трансляции. Если что, я заранее предупредю, и мы проведем это в Телеграме. Думаю, проблем в любом случае не возникнет. Поэтому до встречи, жду ваших комментариев, жду ваши предложения. В общем, будет интересно. И да, значит, эфир планирую провести в неком необычном формате. Надеюсь, будет интересно. Ну все, до встречи, пока, меньше болтовни.